Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6. Урок 26. Один мастер делает в час 18 одинаковых деталей, а другой 25 таких же деталей. За сколько часов, работая вместе с той же производительностью, они выполнят заказ на производство 1720 таких деталей? Сколько им для этого потребуется дней, если в день они работают 8 часов? Первое действие. 18 прибавить 25 равно 43. Столько деталей делают два мастера за один час. 1720 разделить на 43 получится 40 часов. Столько времени потребуется двум мастерам, чтобы выполнить заказ на 1720 деталей. 40 делим на 8, так как в один день мастера работают 8 часов, то мы узнаем, что на производство данного заказа уйдет 5 дней. Ответ. 40 часов – это время, которое потребуется мастерам, чтобы выполнить заказ в 1720 деталей. 40 часов – это потребуется 5 дней, так как мастера работают не целый день, а в день 8 часов. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.